Привет всем сталкерам, доброй ночи. У меня в зоне тут ночь. Вот, как видите, сталкеры сидят, отдыхают около костра. Кто-то около доски объявлений тусует. В общем, ночь. Вот еще один пришел около костра посидеть. Уснул. А нет, он что-то там делает. Кто-то стреляет, кто-то просто стоит. Время у нас без 15:12 по серверу. Я нахожусь на локации Визули на вышке. Так, хватит сидеть, сталкера ноги кормят. В общем, одел я опять дробовик. За то время, пока я бегал, никто его не купил. Ну, тут, в принципе, как я и думал, никто и не купит. Нужно бежать к Гурману, там, в принципе, в основном все покупается и продается. Так как я для себя решил уже, что с таким дробовиком бегать по зоне на данный момент ловить нечего, я решил его продать. Денег у меня сейчас 145 тысяч. Ну и где-то за 400-450 тысяч я его хочу продать и купить себе автомат. Тут же. Ну или на доске объявлений куплю, неважно. Посмотрим, что там по цене будет. Ну, в общем, я тогда иду на эту. На новую локацию. Гурману. В темноте. Попробую пройти. Правда, нифига не видно. В темноте это опасно ходить. Ну. Все-таки тут это ближний бой в основном в этих деревьях, в кустах. Поэтому я пистолет-пулемет в руки возьму. И пойду, надеюсь, на кабана не нарвусь, а если нарвусь, то убью его. Ну, первым делом попал в аномалию, но это фигня, конечно. А вот это не фигня уже. Так, стоп. Не вижу, не вижу, где он, где он, где он? А, вот. Есть, прям в голову. Готов. Так, надо аккуратней. Что-то я тут забыл, что тут аномалии, надо быть аккуратней. Аптеку потребим. Да, плохо, что на пистолет-пулемет не ставит фонарик. Ну да ладно. Без фонарика. Дойдем. Мне, в принципе, главное до болот добежать, да, там уже попроще будет. Там места побольше, одни верки, издалека их. В принципе, нетрудно стрелять. Верок вроде ничего не изменилось, их также убить, как и раньше можно. Так, что-то я тут вот бегаю, тут одни аномалии. Так, попробую здесь обежать, вроде ничего тут пусто. Чисто так, сталкер там бегает. Так, стоп. Тут, походу, сталкера как раз и убили. Ага. О, я артефактик нашел, древесину, что-то еще дофига чего. Сталкер. Ну да, тут сталкер бегал, его, походу, и аномалия убила. Ну извини, чувак. Ты сейчас, если бежала оттуда, ты оказался, наверное, около входа тоже. Смотря как ты побежал, неизвестно. Ну, ладно, извини, что потерял, то потерял. В принципе, не я, кто кто-нибудь другой найдет. Или оно вообще пропадет. Ну, весь твой хабар. Так что... Это зона, чувак. Такое бывает. Опа. Сейчас глищ я. Убьюсь и... Все потеряю. Так что... НКВД фартовый. Так, кто там что фигачит? Ну-ка,
Иду-ка я за этим фартом, я смотрю, он бежит туда, куда мне нужно. Заодно там верок всех поубивает. Мне сейчас, в принципе, с ними воевать не надо, потому что у меня цель другая. Пожрать и поспать. Нет, я шучу, конечно, не пожрать, не поспать, а пожрать, конечно, нужно. Но нужно добежать до базы. Продать свой никчемный сейчас ставший дробовик. И все-таки попробовать купить себе что-нибудь более путевое. Так, где чувак-то был? Сталкер, ты где? Не вижу тебя. Так, ну да ладно. На этих болотах я тоже не первый раз пробежу. Тоже мне. Вон сталкер бежит. Так, пробегу как-нибудь можно. А, вон там сталкер. Хреначит. Верлиок, в принципе, тут можно свободно бежать. Тут уже чисто. Ну да. Давайте посмотрим на маленькой, конечно. Может, не так тут уже и чисто. Тут и артефакт есть. Правильно же? Так. Мне куда мне ближе в ту сторону бежать, да? Хотя, если тут сталкер тусовал, то по-любому все посмотрел. Где я? Ага, я немножко не в ту степь пошел. Ну да, тут я смотрю. Раз, два, три, стал. Даже к аномалии можно не подходить. Все уже просмотрел. Сейчас к травнику подойдем. Тут у меня радиация немножко заражен. Что-то у меня последняя аптека от антирада. А что, у меня перегруз, что ли? Да, у меня перегруз. С какого фига? А, походу, я этот хабар у сталкера взял, там дофига что было, наверное. Там древесина точно, помню, была. Какой-то арт. Кажется, марево. Я даже не смотрел. Что-то некогда было. Ну ладно, сейчас до костра дойду, гляну. Ладно, что у меня тут есть? Да, марево, одну древесину, два мяса, лапы, патроны, 7,62. Патроны я вот скину. Мне не нужны. Не понял. А что-то артефакты, экраны скидывают. Может, кому не нужно? Кинул. Ну, я сейчас, в принципе, не в том положении, чтобы не брать то, что скинули. Может, просто чувак куда идет, там, на захват боится потерять его, поэтому скинул. Не знаю. Ну, почему не подобрать? Мне сейчас надо пушку надо собирать, поэтому я буду... Чё там застрял на дереве? Поэтому я буду подбирать. Ну а чё? Халява, почему бы нет? Смотри, тут сталкер бегает. Походу сейчас захват к вечеру. Носится туда-сюда, блин. Народу много. А чё я иду в темноте как? Как будто у меня фонарика нет. Я же себе дробовик опять назад взял. В экипировку. Так, ладно, дошел я. В общем... А чё у меня? Давай-ка я, наверное... Спичка у меня есть? Блин, спичек нет. А чё у меня разделить? Так, два мяса. Две лапы. Лапы лучше просто так продать. Древесины. Древесины есть, спички нет, жареное мясо. Чё я с жареным мясом бегаю? Да фиг его знает. Его продать надо. Так, ладно, сейчас к ученым. К ученым? Да, сейчас к ученым пойду, наверное.
Так, вот мы все. О, наконец-то, мне так нравится эта локация. Вот когда на визу ведешь, блин, я эту локацию люблю, там интересно лазить, там намного круче, чем на Любиче. Ну, блин, графика там, вот этот летящий пепел, не нравится мне, какой-то весь настрой портит. А вот на Любич, когда приходишь, даже ночью, он так красиво выглядит, на окрестностях Любича. Блин, что тут охота, блин, с утра до вечера, именно тут только тусовать, ну, блин. Как-то мне больше на Везуви нравится тусовать. А красивее вот на окрестностях Любича. Графика все равно другая. Ну, блин, на Везуви это все из-за летящего пепла. Из-за дыма. Поэтому, в принципе, это реалистично. Все это так и должно быть. Все-таки вулкан, но... Вот по игре, конечно, тут красивее. Тут мне больше нравится бегать. Хотя тут тоже место с артефактами полно. Но почему-то я вот больше к Везуви тяготею. Хватит лирики. Я опять заболтался, сейчас в какую-нибудь аномалию лечу. Где я тут? А, я вон где. А чё у меня перегруз-то? Так, база анатомик для захвата. Крипточка анатомик для захвата. Это они базовые крипточки захватили. Так, тут надо быть аккуратным. Тут-то... Верки. Так, а вот надо посмотреть, мне нужно 10 верлёг для Толкбери. Так, так мне надо 9 верок еще убить. Ну-ка, давай-ка, все равно туда бегу. Пойду-ка я верок посмотрю. О, и заодно тут арты поищу. Точно-точно, верок можно, в принципе, нормально убивать, потому что у них ничего там не повысилось. Как они были, так и остались. Заодно посмотрю артефакты. Ну да. Мне как раз нужно, блин. Марево для продажи. Ага. И вверх надо 9 штук пострелять. А там, глядишь, может, не Марио, может, что-то найду. Хотя вот тут сколько я лазил, блин, одно Марио. Хера больше ничего не было. Ну вот. Так, 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 так. Здесь успею. Так, это не то. Четыре стрелка. 8. Блин. Не успел. 7, 9. Стрелка. 9, 3. Так, есть один готов. Так, там я смотрю, сталкер был, да? Так, но у меня не только артефакты. Еще верок пострелять. Надеюсь, сталкер там всех верок не поубивал. Так, а где у нас артефакты? А, мы как раз туда идем. Хотя там сталкер был. Хотя, блин, я помню, артефакты тут собирал. 5 сталкеров бегал. А я артефакты нахожу. Они тут, походу, респятся почаще. В других местах. Вот постоянно, сколько раз не прибегал. Всегда есть артефакты. 1-2 по-любому найду. Но почему-то только Марио. Походу только одно Марио тусует. Марио и Верлиоку, и все. И то бывает проще артефакт найти, чем Верлиоку. Только желающих на них. Да. Так, ну ладно, если я раз сюда забежал, сейчас... Час 24, скоро сейчас светать начнет, отлично. Пока можно тут побегать. Так, ну,
верлиок пострелять, но вот что-то верлиок тут нифига нет. Сталкеры все расфигать. Стреляет моих верлиок, козлина. Так, ладно. Пойдем-ка мы чуть дальше, чтобы мы все посмотрели. В принципе, нет. Но смысл идти к ученым, надо хоть пару артефактов с собой взять, правильно? Надо квест выполнить, мне еще 8 верок надо убить. Блин, это не так уж и кажется просто. По духам трещит. Пока только собрал один артефакт. Ну, один нашел. Странно, обычно больше. Минимум два. А, что, я еще парочку тут найду. Блин, вверх бы найти парочку. Вот как раз такой момент, когда бежишь. Факты тебе, в принципе, нахер. А вот верлиок стрелять, вот это с удовольствием, ну вот. Нифига, что-то нет. Ни того, ни другого. Так, ладно, пойду-ка я на точку сохранения. Стою там немного. Наверки отреспится по-любому. Куда они денутся, правильно? Там, глядишь, и арты появятся в аномалиях. Все равно хотел пособирать, правда, не сейчас. Но... Раз занесло сюда, почему бы... А, вот она, скотина, бежишь. Иди ко мне, малышка. Давай, 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 давай. Ну-ка, отсюда эти не достану, наверное, да? Блин, красиво это. Куда ты поскакала? Ну чё, мне за тобой бежать, что ли? Пойду, блин. Блин, сталкер охотится за этим, за мутантом. Офигеть. Так, чё тут как-то... А, чё там трудно идёт прям. Я бы какой-нибудь козлиный моих верх не поубил. Там их сколько? Две, да? Давай быстрее! Ну-ну-ну-ну! Вот! Молодец! Теперь иди сюда! Иди сюда! Иди! Есть один! А теперь ты красивая! Иди сюда! А вон еще две красивые, да? Так, трех мы красивых развалили, надо. Надо. Все-таки лапы с них собрать. Пригодятся. На суп, так сказать. Еще где-то одна бегала, нет? А, нет, это сталкер. Да, это сталкер. Так, ладно, тогда сейчас на точку сохранения. Хотя можно здесь потусовать. Тут вон аномалия есть. Ну, три арта у меня есть. Один нашел, один подобрал после сталкера, один сталкер выкинул. Ну, смысл от этого не меняется, в принципе. Сталкер туда побежит, а я на
наверное, свалю туда. Пусто. Так, надо, наверное, на точку сохранения сбегать, а то сейчас вдруг меня кто убьет, а? Он сталкер тоже стоит. Ждет. Попьем. Немножко залагало. Так, ладно, вот я на костре. Что тут у нас? Нормально. Немножко погреемся, постоим, посмотрим, нет ли тут верок, потом пойдем дальше. Километр отошел, потом стрелял. Вон красотка прыгает. Иди сюда. Так, мне еще четырех надо убить. Можно к ученым потом. А вон еще одна красивая. Так, отсюда я до тебя. А вот она, вот она моя, вот она моя. А ты убил уже, сталкер. Ну да ладно, зато я это завалил. Так. Так, там ты был, значит, там их не будет уже, всех там завалил по-любому. Вот, блин, проблема. Верок найти. На. ДХР спеца мало. Я помню, когда только начинал сталкера играть. Ну, в зоны. Там, в принципе, не важно, там в зоне чуть побольше мутантов. Но, в принципе, смысл такой. Хотя не, подожди, что я начинал? Начинал, когда я играть, я ж до вайпа начинал еще. Тут же один был проект. Ну да. Но все равно тут мутант вроде был побольше. Хотя, может быть, мне раньше так казалось. Но, в общем, смысл не в том. Я это болото, вот именно это, центр, вот это все, я обходил там. А, убьет его. Я обходил прям вообще чуть ли там не по самому краю. Лишь бы на меня, блин, не сагрились там кабаны, там, или верки, прям боялся ужасно этого болота. Потом подрос немножко, как сталкер. Вон, кто там? Сталкер. Вот, подрос немножко, и уже, наоборот, стал сам охотиться. Сейчас он сталкер бегает. Кто быстрее убьет верку? Ладно, перейди туда, там, в принципе, есть артефакты. И вердлёки встречаются. Сейчас кто-нибудь туда отрезается по-любому. Может быть, и арт уже где-нибудь образовался. Что-то три артефакта-то мало, в принципе. Так, ученым мы их сдавать не будем, я думаю. Лучше добежать до гурмана, там их уже поставить на продажу. Так будет правильно. Ой, это мои красавицы. Ой, там их кто-то стреляет. Ну, стоять этот мой. А
Ах ты, какой-то козлиный их переманил. Ага. Козел. Ладно. Мутанты общие. Не хватало еще сталкерам за них драться. Вон кабаны бегут. Он и кабанов сагрил. Хотя он там... Винтовка с прицелом. Ему сдалека пострелять, как нифиг делать. Ладно. Тогда будет... Мой лут. Все равно, что ты за ним не пойдешь. А, тут только свинец. Хер с тобой. Так. Так, так. Вообще не видел. Какой-то, блин, черная полоса в сталкерской жизни. Наверх не везет. Ладно. Не везет с артефактами. А хотел сказать, повезет любви. Да. Сразу повезло с артефактами. Хотя, в принципе, было бы неплохо. Так, туда-сюда. 6, 9 и стрелка. Примем аптечку. Хотя сколько мы уже пособирали. Так, а мы куда зашли? А мы вон куда подошли аж. Ой, надо отсюда свалить нафиг. Тут ничего-то толком интересного-то нету. Сколько у меня там еще верок? 3 или 4 штуки надо убить. Блин, их еще найти надо. Действительно, проще артефакт найти, чем верку. Сталкеры прям так и шастают, как, блин, в азарный день по проспекту. Так, слушай, а чё мне кучу надо? А, мне же надо вверх завалить квест дать. Чтобы в следующий раз, когда побегу, квест этот наоборот взять. Ну да. Так что немного какое-то время нужно тусовать все-таки. Завалить там вверх, то чуть осталось. В принципе, правильно, правильно. Хочу штук 5 артов бы найти, прям было бы нормально. Все равно собирался. Собирался арты пополнить для продажи. Как раз вот стрелка, стрелка и двойка. Как раз вот 3-4 у меня уже есть. Еще штук 5 бы для полного счастья. И можно сюда уже, в принципе, не заходить какое-то время. Хочется чего-то большего. Надо идти в те места, где... побольше артефактов, но чтобы туда идти, нужно сначала таких дешевеньких понабрать, выставлять, чтобы на продажу. Так, там сталкер бегал, там бесполезно. Вот, а потом уже идти с большими. Блин, я в этой игре еще на караван ни разу не сходил. Хотя был около проводников. Тут же не нужно всякие квесты выполнять, чтобы пройти. Караван как-то нет.
Ой, там целых три штуки. Ой, красотки, красотки, я бегу к вам. Не уходите. Да хер тебе, блядь. Так, сколько мне там еще надо? Еще одну надо убить. Отлично. Сколько у меня там артефактов? 4. Так, еще одну. Блин, вот если кто-то ее не убил бы, у меня как раз было бы, что нужно. Так, ладно. Ну, одну, в принципе, это не 10. Одну мы сейчас найдем. Куда пойдем? О, как раз там. У меня отмечено. Скопление артефактов. Там полазим. Конечно, там уже, наверное, сталкер, блин. Пробежался. Так, водички надо хлебнуть. Потом надо воды набрать тут. Хотя у меня по 4 еще. Хотя все равно мы будем жарить, наверное, да? Ой, вот они, красотки мои. Идите ко мне, идите, мои дорогие. Сейчас я вас оприходую. О, сколько вас тут-то. Как бы меня не завалили тут. Когда надо, их нет. Когда нет, блин. Ну ладно, чё ж уж. Все равно они тут на меня сагрятся. Так, все, готовы, в общем. Больше мне верок не надо. Оставим другим сталкерам. Так, ну да, в принципе, артефакты я тоже уже насобирал чуть-чуть. Хорош. Цель у меня, в принципе, была другая. Так, к ученым надо теперь бежать. Зачем к ученым? Так, 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 надо подумать. Может быть, и не стоит к ученым бежать? Не знаю даже. Может быть, к комарьку сбегать? Там вроде меня посылка должна ждать. К ученым что, артефакты я продавать не буду? Ладно. Сначала к ученым. А, я опять. Сталкер с опытом, а мозгов совсем не осталось. Все пропил. Вроде только антирад употребляю. А водку особо не пью. Спирт тоже, он токсичен. А мозгов не осталось. Мне же надо квест сдать. И аптеку купить надо. Чё ж я почти ни с чем остался. Потом надо спички купить. Правильно? Блин, тут хер запрыгнешь. Ну-ка, давай, 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 давай. Ну. Да, надо купить спички. Древесина у меня есть. Развести костер. Хотя, древесину мы тратить не будем. Комарьку прибежим. Там у меня этого костра полно. Вороний лес минус поднялось. Самое больше у военных, у охотников, у ученых у меня. У сталкеров, у белого братства, у свободного брата, торговца вар. Одиночки минус 10, беженцы 40. Пришли. ПВП статистика 5.
Так, ну вот, я почти уже на базе ученых. Так, воды я не буду набирать, мне по 4 еще во фляжке. Действительно, фиг ли. Блин, что-то вот немножко время тут как-то непонятно. Вот сейчас время без 10:04 серверное, а светло как почти днем. А вот в 11, в 10, в 12 темно как ночью. Вроде в 4 еще. Хотя в 4, в принципе, светает уже. А ты что пушку поднял? Эй, чувак. Голубей мочишь? Или меня приветствуешь? Ну, тоже тебе привет. Так, верлиоки мертвы. Все. Так, что им продать? Кровь верлиоки. Лапы. Мясо, не, мясо мы зажарим. Экран продадим. Так, марево оставим. Марево... А зачем мне тогда экран продавать? Давай я экран тоже на продажу выставлю. А нет, в принципе. Экран и так нормально стоит. Буду только Марио продавать. Так, жареное мясо. 1500, что так дешево? Оставлю себе. Собачью голову он продам. Так, все, мне тут ловить больше нечего. А, аптек я хотел купить парочку. Спичек не надо. Спички у меня есть, ну, наверное. Добавлю штук. Штук 30, наверное. Не 130, а всего лишь 30. Батареек. Все хорошо, так вот пойдет. А, ну давай-ка, наверное, еще антирад куплю. Блин, денег вот 163 тысячи осталось. Вроде только немножко подзаработал, бац, блин, опять кончилось. Так, а кости я... А, медведя, слушай, я медведя убил? Подожди, я же убил медведя на этом. А костей нету. А, у меня не было этого. Взяли когти. У меня не было взято задание. Поэтому медведь-то я вроде убил, а когти не получил. Чё, ты тоже винтовку вверх поднимешь? Ну давай, прощайся. Не, не хочешь? Ну и хер с тобой. Вообще в другую сторону надо разворачиваться. Хотя на гурман хотел забежать, но забегу-ка я, наверное, сначала к моряку, там вроде посылку надо получить, а потом уже на гурман. Дробовик свой на продажу выставлю. Ну да. Не вариант уже с ним бегать. Не такой он эффективен. Буду копить на что-нибудь. Короче, надо 2 лимона накопить. Да, 2 лимона накопить. И тогда уже думать, что покупать. Так, надо вообще в другую сторону. Бинтов нету. Бинтов нету. Так, нет, не вот это. Хотя вот когда стреляешь, блин, очередью. В принципе, кабана убиваешь, но. На один, на два патрона, блин, промажешь и все. Пока будешь заряжаться, он тебя убьет.
С одной стороны, дробовик, конечно, хорош, но... С другой стороны, скорострельность у него, вот именно у этого, маленькая. Пока он мне не вариант. Надо продать, если чё, потом купим. Так, ну давай тут... Пройдем квест, как обычно. Бьем вора. Так, посылки. А, нет, и Маркут у меня нет посылок, чтобы получить. О, блин, у меня тут Марево, мне как раз Марево нужно будет оттатарить. Ну да. Я еще где-то помню, Марево у меня было, где, не помню. Кость Брутера тоже одной не хватает для квеста. Вот так, пожрать у меня тут, в принципе, полно. Да, с собой возьмем. Давай ББшки с собой возьмем, пусть они у меня там валяются. Чё взять? Костер один? А чё готовить у меня, блин? Так, ну все, туда фигли тут мне ловить. Зашел я, посмотрел. Ничего интересного тут нету. Ну да, ничего тут интересного нету. Пойду-ка я, наверное. На гурман сейчас. Выставлю винтовку на продажу. Винтовку дробовичок. Выставлю Марево. И на этом, наверное, все. Хотя что-то рано загадал, блин. До гуру еще дойти надо. В зоне загадывать ничего нельзя. А когда дойдешь, тогда и нужно говорить. Это так. Можно и не дойти. Блин, я все... F1 с собой две штуки таскать. Все никак не использую. Не попадал в такую ситуацию, когда прям вот срочно нужна граната. Вот неплохо бы в такую ситуацию попасть. Так, тут, наверное, уже нужен... Кабанов особо нету. Тут уже пистолет-пулемет лучше. Интересно, вот 18-й ГЛОК лучше, чем пистолет-пулемет или нет? Ну, в принципе, он лучше тем уже, что на нем 9-19 патроны идут. 9-19 можно ББшки зарядить. А, против людей хорошо, против мутантов не очень, конечно. Ну, хотя тоже неплохо. А вот 7.62 нет ББшек. Это да. Ну и все интересно. Просто в зоне не было как бы. Так, тут. Ой-ё! Аккуратнее надо. Тут же эти. А в зоне-то не было. Тут я перепрыгнул. Опа, на хрен там. В зоне же не было таких пистолетов-пулеметов, которые в слот кладут с пистолета. Так бы с 18-ми глоками никто и не бегал. А тут, я смотрю, с глоками никого и нету. В зоне каждый второй, ну, не каждый второй, ну, кажется, четвертый, блин, с глоком. В 18-м бегает. А тут, в принципе, в основном все бегают с пистолетом-пулеметом. Ну, УЗИ, с УЗИ мало кто бегает. В основном вот со Скорпионом, как у меня. Ну, или с этим там еще какой-то один есть. Не помню название.
Ну, в основном со Скорпионом бегают почему-то. Лучше, наверное, сравнить не с чем было. Я сразу Скорпион взял. Ну, в принципе, да, он неплохой там. Так, ну вот я почти уже добежал. До Гуры. Вот сразу начал немножко лагать, FPS падает. Конечно. Тут столько народу сейчас, наверное, куча. А FPS упал прям резко. Всегда почему-то на Гуре FPS падает. Ну да ладно. Чего что-то народу не особо много. Так, много у меня тут всего. Надо, наверное... Так, Марио. Все соберу сейчас. Включу. Хлеб, стаканы, блин, всякая хрень. Что мне еще нужно будет отнести? А, вот. Язык голодного бляка купил. Так, древесина сюда. Марево. Марево надо скинуть. Дробовик. Ну вот, Марио, в принципе, мне достаточно для продажи. Буду не спеша продавать его. Так, не, давай-ка мы, наверное, все-таки... Отсоединим, блин, фонарь. Я без фонаря его продам. Так, сколько поставим? Ну, давай 450 поставим. И пусть стоит, пока не продастся. Ну и марево, как обычно, за 15. Покупают только так. Хотя цены там по 5 есть, не знаю. Так, ББшки сюда положим. Просто 9.19. Хотя нафиг мне нужны просто ББшки, ладно еще. Кровь верлюки тоже нафиг не нужна. На продажу ее так, древесина. Одну древесину разделим. Потом что там еще? Батарейки. Батарейки возьмем с собой. Так, ну это фигня вся, пусть тут лежит, пригодится. Так, пойду я, наверное. Починюсь для начала. Сколько за починку? О, 9 штук. Так, ему на продажу. Разве что кровь. 9.19. Нафиг они не нужны нам. Так, язык, наверное, я отправлю посылкой, скорее всего. Фиг я буду с ним бегать, вдруг еще по дороге меня убьют. Правильно. Лучше язык так отправлю. Так, жареное мясо. О, тут 3, а там 1,5 было. Принять его. Так, стоп, еще не все продал. МК продадим. Лапки, ноги кабана продадим. Так, все это продам. А вот
вот язык отправлю по ссылке. Действительно. По ссылке. Так, создадим посылку наемному. Мне отправим язык. Ну и что, ну давай костров отправим. Там костры в принципе пригодятся. Тут костры я и так могу добыть. Отправим. Утверждаем, все. Ушла посылочка. На этом, в принципе, все. Пойду сейчас я в твое любимое место. А, тут уже какой-то козлина, блин. Что-то же... Ладно, фиг с тобой, золотая рыбка. Я в другом месте могу развести. На этом, сталкеры, до встречи. Удачи вам в зоне и побольше хабара.